Добрый вечер. Днем рождения. И вас. Спасибо. Ну вот как бы пару песен о тревожной молодости. Thank you.
Thank you.
Thank you.
чувствуем, что... Да, да, я чувствую. Я рада тебя сегодня ставить на сцене. I feel you! I feel you! Ой! My mind! Thank you.
Thank you.
слушали первый раз, они спели. Спели прекрасно. Следующая группа особо не нуждается в представлении, но тем не менее. Антибеломор. Антибеломор, да-да-да. Немного все-таки расскажу. Состав группы менялся несколько раз по причине того, что многие уходили в места не столь отдаленные. Неизменным оставался лидер, вокалист, идейный вдохновитель группы, человек по имени Индейц Джо. Все очень удивляются, почему же его никогда не забирали. Оказалось, он мент. Друзья мои, через пять, не расходитесь, через пять минут, даже меньше, на сцене хедлайнеры вечера, группа Антибеломор. Встречайте. Побольше голоса на мониторе. Еще. Антибеломор на сцене клуба. Как клуб называется? Не важно. На этой сцене Антибеломор. Встречайте. На свете, братцы, все говно. Все мы порою, что оно. Пока бокал пенистый пьем, пока красавицу не бьем, ебу самих вам в жопу годы. Таков, увы, закон природы. Рабы страстей, рабы порока, стремимся мы по воле рока туда, где выпить. И по возможности все даром. Стремимся сделать это с жаром и поскорее улизнуть. Но время между тем следит и нихуя нам не простит. То боль в спине, в груди одышка, то геморрой, то где-то шишка. Начнешь ты плакать и перестать и пальцем ролика, блядь, и вспоминать былые годы. Таков, увы, закон природы. Патрон свернется лыком хуй, и как над ним ты ни колдуй, он никогда уже не встанет. Кивнет на них и вновь завянет, как тянут вечные цветы морозом тронутые листвы. Так всех, друзья, нас косят годы. Таков, увы, закон природы. Уж неделю ее мы тайкой опасает лишь у нее. Конвоя, в неделю я в тайне. Друг сказал, могу я, Серега. Не могу. Уж не стоят мне мои пальцы. За спину твою не могу я держать. Друг, а ты не видел мою папку? Я положил, а вон она.
чтобы не жить в печи. Твой росток не развеял ветер. Ваша моя мама, наша
сделаем все остальное. И даже больше. Надеюсь, скоро будет полная программа. Четвертом собрались. Барабанщик первый раз в жизни сегодня играл на барабанах со сцены. А четвертом первый раз только сел за ним. Спасибо. Давай еще разок. Действительно, барабанщик первый раз играл сегодня со сцены. Это так. Ему всего 28 лет. Скоро будет 29, через 4 дня. Его тоже можно поздравить. Ребята, не расходитесь, сейчас будут настоящие танцы. Когда сыграют лучшие, как это называется теперь, диджеи. Девочки, мальчики, танцуют все.